В этот солнечный день, страстную пятницу, я бы хотела записать пост поддержки. Пост поддержки певицы Ани Лорак, которая в одном из своих откровенных интервью обвинила, не то чтобы пообвинила, она просто рассказала историю о том, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения взамен на продвижение по карьере. И Аня наткнулась на хейт и на порицание от звезд коллег и о том, что это ложь. Я хочу заявить, что я верю Ане Лорак. И думаю, что она говорит правду. Только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может быть, конечно, это повезло только нам или не повезло с Аней получить подобное предложение. Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать, это принято замалчивать. И вообще тема харассмента в нашем обществе не считает чем-то порицаемым. Это такая себе норма. Ну, предложил мужчина женщине интим за какие-то продвижения. Ну, молодец. Я бы хотела попросить звезд не говорить о том, что это неправда, а позволить этой правде звучать. Она такая, это правда. И нужно иметь смелость о ней заявить. Я бы хотела обратиться к Ане, не оправдываться ни перед кем. Ты ничего никому не должна. Ты просто имеешь право сказать правду. А правда эта должна звучать, потому что, умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин. Мы будем вновь и вновь получать эти непристойные предложения за продвижение по карьере, за то, чтобы остаться на работе, за то, чтобы иметь возможность получать зарплату. Эта правда должна звучать, чтобы уберечь наших девочек в будущем от харассмента.